Ну, хорошая игра была, а чуть-чуть не готовы, может, вышли первый период, а потом поймали игру и два периода переиграли их полностью. Но пока шайба не идет в ворот, так что будем работать. Это не везение? А, не знаю, может быть, не везение, может, где-то, не знаю, уже давно не идет, как бы, но... Послушайте, сезон только начался, вот, игр еще очень много, все придет, узнаете. Так что все будет нормально. Каких компонентов добавить при игре в большинстве, пока не ладится при розыгрыше лишнего? Ну, я думаю, что больше бросать. От бросков же тут голы. Так что все понимают, все над этим работают, на каждую тренировку все выкладываются на 100%. Я думаю, что все придет. Вы же понимаете, это же хоккей.